Следующий блок полномочий президента посвящен взаимоотношениям президента и законодательной власти парламента Российской Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Каковы же полномочия президента в отношении Федерального собрания? Во-первых, президент может выступать с законодательной инициативой, причем как по вопросам принятия федеральных законов и федеральных конституционных законов, так и по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, то есть обладает правом конституционной инициативы по 134 статье. Второе. Президент является участником законодательного процесса не только в качестве субъекта законодательной инициативы, но и в качестве лица, подписывающего и обнародующего федеральные законы и федеральные конституционные законы. Более того, у президента есть право вето в отношении федеральных законов. То есть, если президент считает, что тот или иной федеральный закон не должен быть принят или он не соответствует действующему законодательству, президент вправе не подписывать этот закон, отклонить его. Однако вето президента может быть преодолено затем квалифицированным большинством в Государственной Думе и в Совете Федерации при повторном рассмотрении акта. Обязанность по обнародованию федеральных законов и федеральных конституционных законов также лежит на президенте Российской Федерации. Президент вправе участвовать в заседаниях как Государственной Думы, так и Совета Федерации, а в случаях, когда президент не участвует в заседаниях, его интересы представляют полномочные представители президента, соответственно, в Государственной Думе и в Совете Федерации. У президента есть право роспуска Государственной Думы, о котором я уже говорила, рассказывая о взаимоотношениях президента и правительства. Роспуск Государственной Думы может быть осуществлен в случае, если Дума дважды в течение 3 месяцев выразила недоверие правительству Российской Федерации. Кроме того, Дума может быть распущена после 3-кратного отклонения кандидатуры председателя правительства, которая представляется президентом для согласования. И в случае, если председатель правительства ставит перед Думой вопрос о доверии правительства, и Дума выражает недоверие, тогда президент решает вопрос либо распускать Государственную Думу, либо отправлять правительство в отставку. Здесь президент еще выступает в качестве, так скажем, арбитра при разрешении споров и разногласий между различными ветвями власти. Еще одним важным инструментом взаимодействия президента и федерального собрания является выступление президента с посланиями ежегодными перед федеральным собранием. Послание – это не нормативный документ, и послания, строго говоря, никакой юридической силы не имеют. Однако, по сложившейся в государстве практике, те положения, которые содержатся в послании, затем немедленно исполняются и реализуются законодательным органом в форме изменений в законодательстве Российской Федерации. А в части Совета Федерации у президента нет никаких полномочий по контролю или по роспуску, то есть здесь Совет Федерации является постоянно действующим органом, в заседаниях которого президент может участвовать, но распускать Совет Федерации президент не вправе.